В Московской областной думе прошла юбилейная научно-практическая конференция «25 лет развития местного самоуправления Московской области. Состояние, проблемы, перспективы». В работе собрания приняли участие представители Московской областной думы, Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области», Экспертного совета при президенте Российской Федерации, а также правительства, избирательной комиссии, прокуратуры и муниципалитетов Московской области. На площадке областного парламента в этот день они обсудили роль Московской областной думы в формировании нормативно-правовой базы и повышении эффективности местного самоуправления Московской области, а также вовлечение населения в местное самоуправление. Обращая внимание на положительную динамику в развитии органов местного самоуправления, участники собрания поделились советами по работе в данном направлении с Московской областной думой и Советом муниципальных образований Московской области. Как отметили все участники встречи, сегодняшний взгляд в будущее определит жизнь населения Московского региона в последующие годы.